Всем привет! Меня зовут Виктор, и это Горизонт Zero Dawn. Или как по-русски, Горизонт Новый Рассвет. Это не мой перевод, это не я придумал перевести Новый Рассвет. Это здесь называется какое-то тайное секретное оружие. Новый Рассвет оно называется. Я так подумал, что это и есть котел Кси. Что, давай мы в него проникнем. Давай проникнем в котел Кси. Чувствую, сейчас у нас будет просто жесткое там сражение. Потому что у меня в прошлом котле было сражение прям. Капец, какое жестко. А, так тут еще надо от этих мудаков его освободить, да? То есть или мужиков. Затмение. Что они тут делают? Они, скорее всего, что-то ищут. О, нет! Сука. Все, без палева. Без палева, да? Или с палевом? То есть они понять не могут, да? Что происходит? Ах ты, мудила. Ты чё, дырявая, что ли, блядь, косая? Шары балуешься, сука. Элла. Эллой, ты меня неприятно огорчила. Нет, не... Ключик. Ну, то есть их убивать все равно бы пришлось, чтобы найти ключик, да? А сейчас еще и в котле там, да, надо? Эй, ты что, хотел туда упасть? Дружище. Да нахер у меня столько ключей-то? У них что, у всех ключи? Ключ от зоны раскопок. А я у них какие ключи забрал? Если это ключ от зоны раскопок, а я у сектантов тогда какие ключи забрал? Так, давай-ка хильнемся. А, подожди, стой. Опа. Это даст мне преимущество. Против кого? Давай хоть постреляем. Не обращай на меня внимания.
О, блин. Там... Интересно. Блин. Мешок и так уже набит. Я эти путни стрелы использовал. Котел уровень кси. А смотрите уровень. Блин, здесь бы лишь бы не сражаться ни с какой машиной, то это прям как-то это банально. Банально и предсказуемо. Так, стой, я там смогу наверх забраться? Ну-ка. А то я сейчас убегу, потом мне же, если... Давайте, как будто тут мне не придется сражаться с какой-нибудь машиной. А? В конце. То есть, типа... Блин, Элла. Что с тобой? То есть ты туда не хочешь, да? Ты отказываешься туда идти. Ну ладно, раз отказываешься, то... Здесь раньше был котел. Но потом природа взяла свое. А теперь сюда проникли враги. А, ну то есть мне, наверное, сектантов придется, да? Просто поперемочить всех. Так, давай мы по стелсу тогда попробуем, раз у меня нету путнего лука для убийств, да? Путнего лука нету, давай мы попробуем тогда бесшумные убийства. Укрепленные бочки содержат огнежар. А нет. Нет, тут никого нету. Ох, так ваш сколько тут, да? Черт, тут бы не упасть. Кто это? Не, ну в принципе с этого лука она их уже мотает. В принципе. Нужно было взять телегу. Блин, беда, печаль-то. Я тебя что, просил туда забираться, что ли? Видимо, случился обвал. Большой обвал. Очень большой обвал, ты забыла добавить. Огромаднейший. Оу. Слышь, мы такими темпами тоже куда-нибудь обвалимся, блин. Туда, куда нам не надо, нахер. Обваливаться. Почему это место выглядит как гробница?
Ты что-то стал слишком мрачен. Надо чаще вылезать. Все. Без лишнего шума. Выглядит как гробница, но не знаю, выглядит очень красиво. Очень красиво выглядит. Да. Игрушка действительно требовательна по производительности. Мы попали в переделку. В перегрелку вы попали. Вас тут перегрели. Стой, подруга, стой. Мы так с тобой... Давай. Запомни, в этой игре всегда есть легкий путь. Запомнил? Вот так и продолжай в том же духе. В этой игре всегда есть легкий путь. Себе преимущество. О, сколько шаров сразу. Нормально. А то я вас тут это... Ходи, вас тут по одному выслеживай. Чё? Идёшь? Давай, иди сюда. Так, а чё я, собственно говоря, это? Тут столько зелий, а я их стесняюсь использовать. Хорошая штука. Вообще-то не бегу. Я иду к вам навстречу. Ну, мне кажется, тут с машинами, наверное, не придется сражаться. Здесь, скорее всего, даже и машин-то нету сейчас живых. Поэтому, ладно, нормально. Но только каким образом я получу доступ к управлению? Ведь каждый котел это позволяет получить доступ к управлению новыми машинами. Ну, в принципе, зачем думать за разработчиков игры, да? Лучше... То есть они думали, они ломали голову. То есть они это все делали. А ты сейчас хочешь просто это, да? За них взять и подумать там, типа, да, а как и что будет.
То есть для тебя люди старались, сделали игрушку, хорошую игрушку, с красивой графикой, с интересным сюжетом. Так что и просто играй и наслаждайся, а не ломай голову. А чё да как? Я найду тебе применение. Смотри, что будет дальше. Скоро мне это понадобится. Спираль холода. Блин, тут еще, оказывается, кто-то ходил. Прикольно. О. Ничего себе! 30 уровень! 30 уровень! Обалдеть! Блин, вы тут хоть разговариваете, что ли? Мне визор просто не хочется использовать. Чтоб я вас определить мог. Охеренно прям. Вообще такие прям. И чё? Типа, ну, сюда, и чё дальше? Я чё, пока по этим выступам как-то смогу карабкаться, да? Нет, не смогу. То есть куда-то сюда? Так, это... Так, ну я так понимаю, туда лучше не прыгать, да? Блин, ну если сейчас еще сражаться с кем-то придется, ну как-то, блин, прям не это, не хочется мне с каким-нибудь чудищем тут сражаться лесным. Монстреллой каким-нибудь там. Мне потому что просто патронов нету, ёпта, с ним сражаться. Ну ладно, хоть бомбы есть. Хоть есть бомбы, это уже как бы не так херово, да? Это можно хранить. Грибчанские есть. Стоя там. Где столько сектанты?
Не, ну если только сектанты, то... То я думаю, это будет проще, да? Машин не видно. Так, это все или не все? Не, вроде больше сектантов было, вроде было больше. Не, ну, конечно, как вариант, я их сейчас этими бочками с огнежаром умотал, да? Это подойдет. Ну-ка. Ну, конечно, подойдет только. Уже некого убивать. Так, что-то мне вот эти тоннели не нравятся совсем. Так, туда я пройти не могу. Такое чувство, что из них сейчас кто-то выходить будет, когда я буду ядро перехватывать. Прям что-то вот прям есть такие догадки, подозрения, что кто-нибудь из них да выползет. Посмотрим, чего они так боятся. Давай мы сперва по полной зарядимся. Так, бочки, бочки с огнежаром еще есть. Да, если что, их можно будет взрывать. Нет, подожди, давай мы полностью тут прошуршим все, что можно. Так, здесь запрыгнуть наверх уже не получится, да? И, а вот еще. Так, у меня должны быть сундуки. Так, нормально. Нормально. Окей, окей, окей. Окейушки, окей. Так, давай посмотрим, здесь еще что-нибудь есть. Что можно полутать? Огнежар и все, да. Ну ладно. Давай перехватывать будем. Thank you.
Не, ну просто здесь никаких машин не видно. Ничего не видно. Есть. Теперь я смогу укращать другие машины. А, да? Ху! Как? Защищайте ядро? От кого? От кого? А, вон они, да? Так, я защитил ядро. Не, ну как бы это не так сильно сложно было, да? То есть еще? Даже еще против кого-то? Оба-на, 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 оба-на. Все, да, я. Теперь я защитил ядро, получается, или что? Я это не унесу. Или постоянно сейчас какая-то Люся будет по одной выскакивать. Не, я сперва всех облутаю, я чё, нихера себе тут. Чё, я тут зря, что ли, сражался?
как бы, не, ну так-то нормально меняете сейчас. Бомбочки-то выручили прям. Вообще выручили как надо. Да. Так, а я вообще правильно туда иду? Тут просто не показано. Ну, наверное. Подожди, а кто их убил? Стой. Вы же только что были вроде живыми. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А вот они и машинки. Это выход, да? Отлично. Только я хочу сейчас подняться наверх, там 3 сундука было. Из этих 3 сундуков достать то, что там лежит. А потом уже мы пойдем наверх. Точнее, на выход. Еще один, да?
Ой, блин, там еще сектанты. Там еще и сектанты. Все до кучи, да? Все до кучи. Ну, в принципе, их немного. Здесь Люся. Не пали контору, мудила. Не пали контору. Было нечестно. Это было нечестно. Нечестно. Так, я убил тот. Мне вот интересно, это сейчас уже после того, как я убил этого ловчего, да? И ну, сектантов тут не видно. А, вон он ходит, да? Так, 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 так. Не, просто если я сейчас бахну ловчего где-нибудь с этим. Бочка с огнежаром. Вопрос только в том, блин, он только что туда подходил, и я провтыкал. Вот он идет опять. Пустить!
А куда этот-то убежал, мудила? Он вон там носится, он там с кем-то сражается, что ли? Что значит уходит? Он не уходит. Там какая-то фиолетовая. Тогда мне придется что-то выбросить. Нет. Давай мы ничего выбрасывать не будем. Мы сейчас просто постараемся залезть на шею. Точнее, на то, что осталось от шеи. Длинношея. И... Так, я говорю, мы сейчас залезем на шею. Длинношея. Длинношея. Что непонятного-то? Это мне понадобится. Так, а где ты ходишь, там удила? Как бы тебя вычислить-то? Я бы тебя отсюда бы расстрелял просто. Ладно, как он. Как и где он ходит, это уже второстепенный. Так, я могу вон туда попробовать забраться еще, да? Отлично. Тебе падать не надоело? А? Вон он. Я спалил. Я спалил.
точно в цель. Тварь, ты то есть сбежать, что ли, от меня хочешь? А? Блин, куда ты спрятался? Так, я надеюсь, это все дало. А. Мне просто интересно, с того ловчего что упало-то? И где он? Я сейчас его хер найду, да? Но он же где-то должен быть здесь. Я ж его завалил где-то. Или как бы типа забить на это, да, и типа чё, типа-то куда, типа-то
Куда? Сюда? Сюда не поднимаешься, да? А, не. Что-то залазит, но дальше не идет. Ну, значит, можно сказать, что не идет. Не идет, значит, надо выход искать. То есть туда как-то залезть, что ли, надо? Или мне просто это кажется, да? Здесь нету ничего такого, на что бы можно было залезть. Парам, да? Не, ну ты показываешь, что сюда. А сюда это куда? Типа 91 метр. А, стой, я же там это. А, нет, я... Ну ты мне показываешь. Я, то есть, отсюда должен как-то там перепрыгнуть, перебраться. А, блин. Как обычно, да? Ты как обычно забываешь. Здесь все очень просто. Вот они подъемы. Оп, оп, оп. Давай дальше. Оп. А тут перехватить нельзя, что ли? Нет.
нет места. Оставлю на потом. Бегемот, коршун, морозильный бурдюк, вовсе огненный бурдюк, да? Отлично. Я пока вас не перебью, я не уйду. Продержались? Поздравляю. Не, нахер ты. Я хочу путешествовать налегке.
Так, а что здесь от птичек? Только от лих... А, нет, с этого тоже что-то можно взять. Так. Ну все, да, тут. Больше тут взять нечего. Так, ну что, предлагаю на сегодня на этом закончить. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии. И до новых встреч!